Депутаты Государственного совета Чувашии поддержали поправки в Конституцию. 38 парламентариев проголосовали «за», трое воздержались. Еще один вопрос повестки дня – изменения в бюджет. Что бывает крайне редко, их одобрили все парламентские фракции. Ольга Пырочкина подробнее. Государственная дума страны в третьем окончательном чтении приняла изменения в Конституцию. Теперь дело за регионами. Если 2/3 местных парламентов также поддержат поправки, документ передадут в Конституционный суд, а после его заключения на референдум. Основные изменения в Конституции Российской Федерации – это закрепление ряда мер социальной поддержки граждан. Минимальный размер оплаты труда не может быть ниже прожиточного минимума. Закрепляется обязательная индексация пенсии, пособий и иных социальных выплат. МРОТ будет приравнен в среднем по Российской Федерации потребительской корзине. И если вы помните, мы уже лет, наверное, 15-20 этого добивались. Поправки ужесточают требования к ряду чиновников. Председателю правительства, министрам, главам регионов, а также сенаторам, депутатам Госдумы и судьям будет запрещено иметь счета за границей. Законопроект также ограничивает число президентских сроков, расширяет полномочия парламента страны, защищает традиционные семейные ценности. Что касается, конечно, семейного права, здесь, конечно же, мы принципиально для себя должны определиться. Мы идем вдоль и по Европе, или же мы сохраняем свои традиционные устои, устои, которые вырабатывались столетиями. Те ценности, которые есть, мы должны не только сохранить, но обеспечить их гарантию и безопасность. Большинством голосов парламент Чувашии поправки в Конституцию поддержал. Очевидно, то время, которое прошло после принятия действующей Конституции, это 26 лет, чуть больше 26 лет, очень сильно, скажем так, за это время изменилось. Те изменения, которые предложены в данном законопроекте, на мой взгляд, они учитывают, с одной стороны, все эти изменения и соответствующим образом предлагают гарантии каждому гражданину Российской Федерации. Следующий вопрос – изменения в бюджет. По расходам он увеличивается более чем на 7 миллиардов рублей. Минфин учел затраты на индексацию социальных выплат на 9,4%. На это потребуется 247 миллионов рублей. Дополнительные средства заложены на реализацию национальных проектов и послания Владимира Путина. В части обеспечения горячего питания учеников начальной школы с 1 по 4 класс, непосредственно организацию горячего питания средства федерального бюджета 272,9 миллионов рублей и средства бюджета республики 418,2 миллионов рублей. Оппозиция, которую распределение денег по статьям, как правило, не устраивает, в этот раз документ поддержала. В целом бюджет получился довольно-таки понятный, ясный, он все-таки социально ориентирован. Давая от фракции ЛДПР, так скажем, некоторый кредит доверия новому кабинету министров, мы сегодня эти поправки в бюджет поддержим. Я вижу, что те деньги, которые сейчас направляются на те программы, которые отмечены в этом уточнении бюджета, это нужно делать. Так что лично я буду поддерживать это. Изменения в бюджет приняты единогласно. Ольга Пырочкина, Бахтияр Велиев, Республика.